В этом году в городе создадут туристический кластер. Объединение туроператоров будет заниматься популяризацией въездного и внутреннего туризма. Мало того, одним из направлений развития вот этого туристического кластера, так скажем, его специализация, может быть развитие медицинского туризма. Не секрет, что в Новосибирской области сформировались очень серьезные компетенции в сфере медицины. Наша клиника Мишалкина, например, или НИИТО, или клиника Федорова, микрохирургия глаза, тому подтверждение. Для развития социального и медицинского туризма уже сейчас ведут переговоры о переоборудовании автобусов для колясочников. Также в этом году может появиться областной туристический портал. А в аэропорту Толмачево в апреле установят информационно-сенсорный киоск с картой новосибирских достопримечательностей. Помочь в ориентировании гостям города должны и новые дорожные знаки. Первый указатель, упрощающий поиск, появится по пути в Новосибирский планетарий.